Напряжение, волнение и желание победить. Женские волейбольные клубы разыграли нешуточную борьбу. На площадке – Одинцовское Заречье и Московская Динамо. Приходится бороться со всем. Самый сильный блок, самая мощная атака, самая сложная подача на данный момент. Тренер признается, спортсменки показали неплохую игру, но принимали в этот раз слабее. Сказалась не только борьба с безоговорочным лидером, но и домашняя обстановка. Соревноваться в зале, где ежедневно проходят тренировки, непросто. Вдвойне сложнее при полных трибунах. Дома мы не имеем права играть плохо из-за того, что мы чувствуем ответственность перед нашими болельщиками. Естественно, это немножко сковывает, естественно, это немножко влияет на то, как мы принимаем, как мы доводим мяч, как мы нападаем и так далее. Варвара болеет за команду «Заречье» впервые, хотя интересуется волейболом с 9 лет, занимается в школе Олимпийского резерва. Проигрыши бывали и в ее карьере. В следующий раз точно получится выиграть. Главное не расстраиваться, но в следующий раз обязательно получится. Они понимают, что надо больше тренироваться, больше всяких там еще приемов проработать. Отрыв в счете финальной третьей партии достигал 10 очков. Волейболистки удерживали интригу до конца, но переломить ход игры в этот раз не удалось. Лидерство осталось за «Динамо». Игра закончилась со счетом 3-0. Собраться с силами и тренировать комбинации для одинцовской команды – задача номер один. Олеся Лукина, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».